Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, друзья! Этот канал для всех, кто хочет о жизни взять самое лучшее, кто не хочет никаких компромиссов, только все самое лучшее. Мы здесь учимся, как быть успешными, как быть счастливыми, красивыми, ну, в общем, абсолютно все, что только может быть хорошего в вашей жизни. Сегодня я хочу пригласить вас на свой прямой эфир, который я решила сделать традиционным. Каждый понедельник я решила делать свой, это уже будет четвертый прямой эфир на Instagram, на моей странице, вы знаете, это underscore, то есть нижнее подчеркивание, Татьяна Конкина underscore, то есть нижнее подчеркивание. Ссылка на мой Instagram-канал есть в описании. Кроме того, я сейчас уже какое-то время, может быть, месяц-полтора, веду свой Instagram второй на английском языке. Тоже на него есть ссылка в шапке профиля моего. Я начала там публиковать тезисы своей книги, которую я пишу на английском языке. Книга будет называться, условное такое сейчас название, шагов к успеху, 100 steps to success. И я уже там публикую, и каждый день будут публиковаться там тезисы, 5 тезисов, каждый следующий день будет определенное количество тезисов публиковаться там. Поэтому приглашаю вас туда, это очень интересно. Так что хочу пригласить вас в понедельник и сделать это традиционным общение мое с вами на Instagram. Мне это общение доставляет огромное удовольствие. Я думаю, что в нем есть огромная польза, потому что люди вживую могут спросить вопрос, который их беспокоит. И каждый вторник я хочу сделать такой же традиционный эфир. Я уже провела 2, это будет третий вторник, третий эфир на своем канале YouTube, вот там, где вы сейчас находитесь. Точно так же, целый час, минимум, у нас час, мы можем даже больше оставаться, насколько у меня сил хватит, потому что такой вот прямой, такой brain Storm, быстро отвечать на вопросы, это достаточно так напряженно. Но я готова это сделать, и мы можем с вами разговаривать столько, сколько нужно, и вы можете спрашивать меня все вопросы, которые вас интересуют. Я здесь для того, чтобы вам помочь решить ваши проблемы, которые у вас возникают. Мы можем спрашивать, какие-то сделать тематические эфиры, как я уже делала, по красоте, по отношениям с любимыми, или вы можете спрашивать какие-то важные, интересные вопросы. Не спрашивать меня, где я училась, где было 30 лет назад, или не спрашивать меня, сколько мне лет. Это никакого отношения к вашей жизни не имеет, а спрашивать то, что действительно повлияет на вашу жизнь. Сегодня я хочу рассказать вам о книге, которую последнюю я купила, так как книжные магазины открылись, и нового завоза нет, я решила купить книгу, которую давно планировала, но всегда думала, что я и так все это знаю, но сейчас купила и очень-очень рада ей. Эта книга будет называться вот так, на английском языке называется «You Staying Young». «Ты остаешься молодым». Или на русском языке будет называться вот так: «Ты остаешься молодым». Авторы этой книги Махмед Оз, известный ведущий передачи о здоровье в Америке, и Майкл Розен, оба врача, и они написали потрясающую книгу. Это уже вторая книга у меня от них. Первая книга, это тоже Нью-Йорк Таймс number one бестселлер, номер один бестселлер. Первая называлась «You are being beautiful», «Ты красивый, ты остаешься красивым», и она была о том, это было так написано, «The owner's manual to inner and outer beauty», то есть руководство для хозяина по внешней и внутренней красоте, как быть красивым, это все об этом. Вот, и эта книга уже то же самое, это их третья книга, называется «The owner's manual», то есть руководство хозяина по тому, как выглядеть хорошо и чувствовать себя потрясающе. Мы с вами знаем, что сегодня есть два понятия возраста. Это возраст календарный, о котором уже все забыли, и никто даже не хочет ни спрашивать, это считается дурным тоном, ни говорить о нем. И возраст биологический. Сегодня делается море всяких вещей, чтобы биологический возраст твой был на уровне того, что ты хочешь, а не того, что есть у тебя календарный возраст. Человеку может быть 35 лет, и он может выглядеть в 35 лет на 60 и чувствовать себя на 60. Иметь плохую походку, плохую кожу от курения, или там наркотики, алкоголь, и ум у него тоже будет неразвитый, потому что он не развивается. И человек, может быть, ему будет 60 лет,
И он будет выглядеть, иметь гибкость, гибкий и красивый ум, и внешность, и все остальное, как в 35 лет. Эти два человека еще могут между собой конкурировать, кто из них лучше выглядит. Мы это знаем с вами точно. Поэтому сегодня абсолютно люди живут дольше, как минимум на 25 лет мы живем дольше, чем наши дедушки и бабушки. И никто не хочет просто жить. Все хотят жить, взять от жизни все самое лучшее, чему я вас учу на этом канале. То есть в любом возрасте, и в 60, и в 70, и в 80, и в 90 лет, все хотят не просто доживать, а все хотят жить полноценной, красивой жизнью. Поэтому эта книга вся о том, как этого добиться, как это сделать, что нужно для этого знать и что для этого нужно делать, начиная с самых молодых лет. Если вы хотите, мы уже на этом прямом эфире, мы можем говорить об этой книге, потому что я ее уже дочитаю к понедельнику. Итак, я вам зачитаю здесь коротко, есть принципы долгожителей. Первый принцип, который здесь описывается, это сравнить себя со своими одногодками. Кто из ваших друзей, одноклассников, кто как и как вы себя чувствуете по сравнению с ними. Есть 5 критериев, как себя вы можете чувствовать. Первый – это excellent, отлично. Вы себя чувствуете лучше, чем другие. Выглядите и чувствуете себя лучше, чем ваши одногодки. Второе – очень хорошо. Третье – хорошо. Четвертое – на английском это fair, людям это понятно, это означает в соответствии с возрастом, то есть, ну, fair так более-менее, скажем, можно вот так перевести. И пятый ответ – плохо вы себя чувствуете. Вот. И авторы этой книги здесь говорят, если вы ответили на этот вопрос в соответствии с возрастом или так себе, или плохо, то, скорее всего, вы умрете в течение ближайших 2 лет. Вот так вот прямолинейно и жестко. Вот, поэтому все, что мы с вами хотим, это жить, не просто жить, не просто влачить существование какое-то, а жить с радостью, жить с блеском в глазах, со страстью в глазах, жить и процветать. Поэтому жду вас всех на свой прямой эфир в понедельник на Instagram, не перепутайте, и во вторник на YouTube. И там эфиры сохраняются, вы можете всегда вернуться, посмотреть, и вы уже сейчас можете начать под это видео присылать мне в комментариях вопросы, которые вы хотите задать, но не сможете, потому что вас не будет, например, или я не успеваю ответить на все вопросы, потому что их очень много, это просто лента, которая идет, и я иногда просто не могу ответить на ваши вопросы. Кроме того, хочу вам сказать, кто-то мне писал, что я писал вам вот во время эфира 3 раза, и вы не ответили на мой вопрос. Ну, во-первых, задавайте вопрос правильно, сразу четко вопрос. Не надо писать супчики, кашки, салатики, а пишите сразу вопрос, потому что времени у меня мало, я фокусируюсь на том, что я конкретно сразу вижу и отвечаю. И если я на этот вопрос на какой-то, вы уже несколько раз задали, я на него не отвечаю, значит, или он задан так, что я его не смогу сразу прочесть и понять, о чем там речь, пишите просто ясным языком короткий вопрос, тогда я буду видеть и задавать его. Так что до понедельника, мои дорогие, на Instagram. Я живу с ожиданием этого эфира, потому что мне вот такой вот прямая такая вот связь с вами очень-очень нравится. Я чувствую реальную какую-то пользу от себя. И желаю вам великолепно провести эту субботу и воскресенье. До встречи в понедельник на Instagram и во вторник на YouTube. Пока-пока, мои дорогие. Bye.